Это просто сказка какая-то. Еще недавно модель из Москвы. И вот уже на короткой ноге с элитой. В каких отношениях вы состояли с Олегом Филонковым? Вы вошли в его мотель в 13:37. Заметили что-нибудь подозрительное? Вы о чем? Разве нельзя проверить камеры? Записей нет. Работали профессионалы. Как ты это сделала? Твой следующий объект в Париже. Поддержки не будет. Вопросы есть? В каком номере? Чего ты хочешь больше всего на свете? Тебе никогда не уйти. Привет. Как тебя зовут?